Техника, а то подрядная организация, уже что-то не то. Поэтому стараются забрать, чтобы было законно, четко и ясно. Один наворовал Thank you.
Нет, я говорю, просто наши депутаты, кстати, вот я главный То есть они говорят, мест нет. Мы им говорим, почему это поле не используется, почему так, вот эта часть, территория бывшей первой школы не используется, почему воинская часть бывшая не используется. Какие конкретно меры принимала администрация для того, чтобы эти места приобрести и их реализовать? Была ли инициирована процедура выкупа земли? Какие были обсуждения, переговоры с собственниками и так далее? То есть ни на один вот этот вопрос они нам не ответили. То есть конкретно мер за стадион, по говорят. Получению каких-то альтернативных площадок для строительства администрация не принимала. Мы можем сделать только такой вывод. И несмотря на то, что мы всячески пытались вот это все обсуждение перевести на поиск альтернативных площадок, то наше взаимодействие с администрацией это скатывалось на какую-то бесполезную переписку, где нам по одной и той же схеме на полтора страничка присылают письмо о том, что строится школа по госпрограмме. То есть это просто какая-то бюрократия. Стадион, то есть никакой конкретной работы с жителями администрация не проводила. Еще я хочу подчеркнуть, что никаких публичных слушаний по поводу вот этой всей ситуации вообще не было. То есть изначально вот это решение о строительстве, оно было принято еще в 2016 году. Но жители непосредственно узнали об вот этих планах только в середине 2017 года. И то это произошло случайно, как бы, то есть это не было какой-то... Не подписываются, все остальные подписываются, то есть это подавляющее большинство населения. Потом, я говорю, мы просто прекратили эту процедуру, потому что мы поняли, что от количества подписей ничего не будет. Меня зовут Смоленчук Елена, я житель этого района. Смоленчук Елена, я житель этого района. Уже 10 лет живу здесь, родилась в Апрязино. Кто-то еще будет? Вы скажете, что... Нет, можно нет, еще выразить? Сейчас, давайте выразим. Не хочу, я живу в Апрязино больше 20 лет, у меня дети, внуки в этом районе. И что я хочу сказать? Я не хочу затолкаться в я хочу сказать, что уважение на вот снимаю! Отношение к нам, постоянно живущим здесь, не сломано никаким. И даже все хотят, чтобы школу разместили в другом месте, потому что это не заживет население. Это место еще, которое...
некоторые здоровье, психологическое здоровье, что москвичи ходят с палочками, в Измайловском парке танцуют, а Вязинские пенсионеры, молодые, даже не то, что нет, не работают, они загнаны в угол, на маршрут, все, они нужны, все идут на хилы. Мы не можем уехать с Москвы. Автобусы нам дали такие, которые небезопасны, об этом все молчат, без рутин, без нужных, как без поддерживающих всяких штук. Это нормально. Мы хотим просто школу спустить, просто, когда собственно там дают, если вы знаете, что это уважение и внимание к нашим народам, к нашему населению, к технологии и вообще к которые стали, я их приняла. То есть вы сами их хотели себе, как бы это Есть.